Увели машину прямо из-под носа. В Омске полицейские раскрыли угон автомобиля. Подозреваемый почти 3 недели катался на иномарке. Когда его задержали, он признался, что пошел на преступление ради своей мечты. Уж очень молодому человеку хотелось иметь Toyota Mark II. Денег, разумеется, на покупку не было. Да и желанием заработать честным путем он, наверное, не горел. Наш репортаж. Ваша, от машины. И все, я... Хочу за это поблагодарить всю непосредственно следователя, который этим занимался. Денис говорит, что уже не надеялся увидеть свою машину, ведь с момента ее угона прошло несколько недель. В тот вечер мужчина заехал на заправку, отправился оплачивать топливо. Ключи оставил в замке зажигания, побоялся, что автомобиль не заведется. Очередь продвинулась на одного человека, я увидел информацию на заправке о том, что у них проходит акция с 11 вечера до 6 утра. Заправляешься на рубль дешевле бензином. Пока я читал эту информацию, потом обратил внимание опять на машину, которая уже нет. Я, естественно, принял все меры о том, что выбежал, но машину так я уже и не увидел. Денис сразу позвонил в полицию, был объявлен план перехват. Но Toyota Mark II как в воду канула. Раскрыть угон по горячим следам не удалось. Через несколько дней в правоохранительные органы обратились жители поселка Кормиловка. Они нашли в сугробе госномер той самой машины. Были установлены свидетели и очевидцы данного преступления, которые пояснили, что похищенный автомобиль находится в поселке Кормиловка, после чего был задержан подозреваемому, который указал местонахождение автомобиля. Жители Кормиловки описали парня, который управлял «Тойотой». Оперативники смогли вычислить угонщика. Безработного амича задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». А повторить вы все сможете? Нет. Я могу, но отказываюсь. Почему? Меня не устраивает видение. Я вам не доверяю. Без камер подозреваемый в угоне автомобиля расскажет, зачем пошел на преступление. Амич влюбился в жительницу Кормиловки и решил ее удивить, приехав к ней на иномарке. Впрочем, девушку такой поступок не подкупил. Она так и не ответила взаимностью и вряд ли будет навещать криминального романтика в колонии. Злоумышленнику светит реальный срок.